Китайский самолет серии ARJ-21 в грузовой модификации впервые выполнил зарубежный рейс. Он доставил 4 тонны груза из города Инин Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в столицу Узбекистана Ташкент. С этим перелетом впервые в истории открылся регулярный международный грузовой маршрут для китайских воздушных судов. В серию ARJ-21 также входит первый реактивный ближний и среднемагистральный пассажирский авиалайнер, который полностью спроектировали и построили в КНР. Он соответствует всем международным стандартам летной годности. 4 года назад китайская корпорация коммерческой авиации запустила проект по переоборудованию этого самолета для транспортировки грузов. Этот проект позволяет нам диверсифицировать модельный ряд, чтобы как можно лучше удовлетворить потребности клиентов на разных рынках. Грузовая версия ARJ-21 может перевозить до 10 тонн более чем на 2500 километров. Ранее самолет выполнял грузоперевозки только внутри страны. Специалисты отмечают, что появление первого международного маршрута откроет новые возможности, в том числе для экономического развития Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.